Идем мимо пышек. Леня нас агитировал сначала за кофе, теперь за пышки. Мы держимся. Вот, и не даем ему. А то он все хочет попробовать. Выставка восковых фигур. Артиллерийский цейт Гаус. Смотри, еще фиг прочитаешь-то. Это я думаю, может быть, какую пиццу? Суп? Суп, салат овощной. А если я не доем это, то чего? Ну, мам, надо есть. Ты доешь? Конечно. Вот рядом. Я так супу хочу. Вон выход, смотри, Леня, даже есть. Вот через тот выход мы не ходили. Вот через тот мы. Ну, батат фри, прикинь. А там вот, кстати, куда можно выйти? Не на набережную? На набережную. Но потом выйдем. Там, по-моему, батат фри можно взять. И фиш энд чипс. Батат. Так, надо батат фри попробовать, вкуснейший. Батат — это картошка. Так, мам, ну ты, да, но она вкусная картошка, она полезная. А с чем эту картошку едят? Соусом, тоже с полезным соусом. Можно с рыбными палочками. А есть еще, да, фиш энд чипс. Только палочки. Если не наггинсы. Нет, рыбные. Из трески. Да. Ну, если вкусно, да, в треска-то вкусная рыба у нас. А супа-то нету, да? Да здесь нет супа. Но они специфические. Они специфические. Такой, я выбрал самое специфическое мясо, скажи. Там пицца есть вкусная, паста есть вкусная. Это нормально. Так, ну, мне не понравится, может быть, ты уйдешь, в чем проблема? Не уйду, ну что, господи, не понравится, так не съем, в другое место пойдем. Да, в чем проблема? А может, понравится, так понравится. А вот тоже, Леня, шаурма, Леня говорит, вкусная. А что люди тут сидят-то, интересно, на что смотрят-то? Что там, кто происходит? Вот. А теперь так подсела на эту шаурму, так теперь в очереди за ней стою. А что люди-то сидят и смотрят куда-то? Котейка вон лежит, жирненькая. Лежит. Котейка вон жирненькая лежит какая. На пышках-то, да, нюхает. Где-то опять что-то летит. А, полетел. А что люди сидят и смотрят? Что смотрят-то люди? Без 15, да? Без 15, 4.
А, вертолетная экскурсия над городом. Время в полете 10-15 минут, цена 5000 рублей. Не, ну если и прям вот там... сильно хотим на вертолете, можем полететь. Нет, вообще-то не слава. Портфелье. Портфелье. Да, на ней там очень шумно, Леня. Вон очередь какая большая. Все хотят. Не-не-не. Это возможно мужку. Вообще демократичная цена. Мы вот в этот музей ходили, нам очень понравилось, но правда были когда маленькие. Называется музей артиллерии. Я не знаю, про артиллерию, там кареты, ну, кареты, всадники, там больше, всадники, там кареты. И оружие стрелкового. Это музей артиллерии, стрелкового оружия. Оно все снаружи, а вот все внутри, это все... Вон двухэтажный автобус едет. Нет, на вертолете мы не полетим. Почему? Во-первых, да, собака. Я могу остаться, вот что. Но опять же, да, я могу остаться, если хотите. Я так точно не полечу. Она летит все вместе. Значит, тогда в следующий раз. Ты хочешь, давай мы тебя подождем. Да мне дома скучно. Да я тоже полетела. Ну так оставляйте тогда. Решили дождаться возвращения. Надо было ближе подойти, слышите? Чтобы получить эмоции, надо было ближе подойти. Люди стоят, смотрят люди. А давай, я пойдем ты туда, когда он будет взлетать. Разрешаю, да. Не покатаемся, так подолго постоим, постоим. Подходим ближе и ближе. Ну что, Люнь, а деньги-то платить где? В кассу или здесь кассу прямо? Есть. А вон человек, человек какой-то вон там сидит. Вот, все, лопасти останавливаются. Балтийские авиалинии. Разрешите? А если пилотов? Пилотом. Все, лопасти остановились. И сначала выходят летчики. Видно, ножки размять. Экзотика. Люди выходят, головой трясут, видно этот. Немножко оглохли. Ой, так сзади, сзади выпускают, и сзади выпускают. Вот сколько, посчитали, сколько людей выходит? Раз, два, три. Ну, много, да. Вместительность, ну, до 40 человек, которые грузят. Ну, не, не 40. Не, ну, стоячие 40. Не, там ведь не берут, которые стоячие, это. Тут, скорее всего, 15. Нет, тут больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Ну, пятнадцать, наверное, двадцать. Вон, больше выходит. Чек 20, наверное. Наверное, это грудь. Вся эта очередь сразу заявится. Ну, сейчас посмотрим, зайдет ли эта очередь. Ну, кстати, пойдем пробиться. Делать там нечего так-то, конечно. Ну, не, это, конечно. А вот сколько там окон, не... чтобы в окна смотреть? Они ведь, наверное... 5 штук. Поэтому-то я не считала 15. Ну,
Люди вон загорают напротив. А мы считаем людей и ждем отправления вертолета. Вот, наверное, 4 часа-то, не 5, а 4. А вон, кстати, и часы. Сказали, что 5. Ну, там вот что-то так сказали, что 5 час, да. В общем, ну что, очередь так, вся не влезла. Так это еще пришли. Там-там. Кстати, вечером мы поедем, надо что-то. Ветер кофейни не интересует. Интересует. Я кофе люблю. Кофе, потому что ни сладко, ни выпечку нельзя. Так мне нельзя. Я ем, но крайне редко. Крайне редко стараюсь не есть. Попутный ветер дует. О чем задумался, сыночка? Еще есть. Есть, ну точно надо идти сразу в кафешку. Нет, так уже прям. Давай сначала поедим, а я тоже кушать хочу. Ну, пойдем гулять, пути. Да кушаем мы это 4 часа через час, солнце. Сейчас погуляем часик и пойдем. А, ну поделай здесь, пожалуйста. Так у нас есть, наверное, этот пакетик-то.